кратко, по возможности внятно, без воды. У вас мало времени, мы в вас это ценим. И вот, пишет сообщество, закрытое сообщество. Сам стало известно, знаете, до этого-то мы, разумеется, не знали. До этого мы сидели, думали... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. А я продолжаю делать выпуски инсайдерских новостей, которые мне сливают самые лучшие люди этого интернета для самых лучших людей этого интернета. Ладно, вы, в общем, сами должны все это понимать, то есть это уже какой там 5-й, 6-й, 85-й выпуск вот этих вот всех новостей, поэтому, я думаю, что вы сами все это поймете, прочитаете и узнаете вообще, как же все это делается в данном случае, да, то есть, вы сами должны, все у нас всегда понимают, поэтому давайте мы уже перейдем к новости, которая у нас сегодня будет, обсудим ее, как это обычно и бывает, кратко, по возможности внятно, без воды, у вас мало времени. Мы вас это ценим и уважаем и так далее, поэтому давайте уже, я не знаю, начнем всю эту новость. Чё мы, блять, начнем? Как можно начать новость? Начнем рассказывать всю эту новость. Итак, новость у нас наисвежайшая, которой еще нету нигде. Вот, пишет сообщество, закрытое сообщество Live Samp о том, что сегодня стало известно о временном закрытии сервера Gambit Roleplay на доработку. То есть именно сегодня, вот знаете, какое там 4, 5, 6, 85 января, то есть сам стало известно, знаете, до этого-то мы, разумеется, не знали, до этого мы сидели, думали, блин, что же там с Gambit Roleplay-то происходит, причем, знаете, очень странно, ведь Gambit Roleplay, они достаточно недавно вот как-то вышли на более-менее стабильный онлайн, вроде как все было хорошо, все у них было нормально, тут вот такое вот опять происходит. Каким образом все это вообще делается, в самом деле, я вот не представляю, почему, то есть только они вот нарастили свой онлайн, начали там открывать какие-то вот эти вот свои сервера с Анфии, Лас Вентурас и так далее, но в целом всем уже давно понятно, что сколько ты вот этот вот Gambit Roleplay не дорабатывай, все равно люди играть на нем не будут, потому что люди себя, будем честны, не на помойке нашли. То есть Gambit Roleplay это же для кого? Это для тех, кто думает, типа, вот, я играл на Arizona RP, у меня было все, у меня были все материальные ценности, у меня были все вот эти вот прочие вещи, у меня было абсолютно все в этом мире, но сейчас, то есть, такого у меня больше нет. Все, то есть, и я поэтому пойду, знаете, на Gambit Roleplay, вот там-то Roleplay, вот там-то все вещи, которые нам нужны, вот там все, что мне вообще в самом деле нужно. Вот как-то так они, наверное, подразумевают, думают и, типа, рассуждают. На самом деле нет. Gambit Roleplay это точно такой же сервер, как все остальные, только при этом там упорно вот этот вот весь Full RP. Кому это все надо? Для чего это все? То есть от кого? Для чего? Зачем? То есть я не понимаю. То есть кто играет на Gambit Roleplay? Я не знаю. У меня, разумеется, есть, там были знакомые, они есть до сих пор, там, которые могут играть, поигрывать на Gambit Roleplay. Или там, я не знаю, еще вот прочие вещи делать. То есть такие знакомые у меня есть. Они никуда не деваются, они есть. Вот они просто существуют, они у меня есть. Да, то есть я не скрываю, я их как-то не притесняю. То есть мы с ними нормально, более-менее, так знаете, общаемся. Тем не менее, то есть они есть. Типа с ними все хорошо, у них там, знаете, все нормально со здоровьем. Тем не менее, они играют на Gambit Roleplay, и у нас вот тут пути расходятся. Потому что я-то играю где? Я играю на Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм, там, я не знаю, Dante Connor. А также все прочие вещи, они как бы находятся в описании, вы можете туда зайти и там все это узнать. Там же в описании, кстати, есть мой промокод NoToxic54, то есть там есть много всего, и вы туда заходите, вы там, в общем-то, все это разбираете, понимаете, и делаете, прочие вещи, то есть промокод, IP, никнейм, по которому вы получите там миллиард денег и миллиард виртов и миллиард прочих вещей вы там получите, то есть там все это есть в описании. Заходите туда и узнавайте, что есть вообще там, то есть все по-другому, этого никак не будет. Все, то есть, а с Gambit Roleplay, это говно, блять. Я уже много раз об этом говорил, повторяться смысла не вижу. Спасибо за просмотр, до свидания, пока.